Уважаемые друзья, история Али и Елены продолжается. Эта женщина, которая послужила разлучницей, хотела послужить разлучницей, в итоге вышла замуж за турецкого гражданина. Да, она, получается, через год после нашего, как бы, ну, замужества, как бы, нашей росписи, но тоже вышла замуж в Анталии. Она сейчас живет в Анталии. Представьте, девочки, она в 60, сколько-то ей было, да? 66-67 лет, даже, наверное, больше, вышла замуж. Она уже тоже 2 года проживает в Анталии сейчас. Между прочим, ее муж за нее младше. Тоже где-то он еще работающий, он может лет 60 ему. Ты видишь, если хочешь выйти замуж, то выйдешь. Ну, представляете, не получается. Вот у нее, получается, была цель, получается, да, как бы. И такой мужчина, между прочим, даже приличный. На фотографии я тоже видела. Ну. Представляете, да? Ну, счастье ей, счастье. Ну, дай Боже, подсказать, как бы, всего самого хорошего, да. Ну, все-таки, видите, все-таки даже в таком возрасте ее получилось, да, вот, да. Любви все возрасты покорны. Так что главное, любите себя, смотрите себя, и вы будете счастливы обязательно. Никогда не теряйте надежду. Надежда умирает последней. Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне. Вот сами Елена и Али. История их любви. Пьем чай. Шкем хачапури сама бегенде? Шкем любит хачапури. Али, да понравилось? Бегенде сидзе? Хачапури. Люблю. О, Гюрджи, Емек. Çok люблю. Русча konuşuyorum ben, dikkat et. Çok люблю? Sevgi yani, çok sevdi anlamında. Кого любишь, кого? Кого люблю. Кого? Кого любишь? Кого любишь? Кого любишь? Меня? Или тебя? Меня? Или тебя? А? Я тебя люблю. Ağzım dolu, konuşamıyorum, sen laf söyletmeye çalışıyorsun. Şimdi konuş. Ne diyeceğiz? Кого любишь ты? Меня любишь. Посмотрите, куда мы вышли. Наше приключение не заканчивается. Мы в Сусанову не смогли погулять, зато решили выйти погулять. Али с Еленой сегодня у нас остаются, поэтому времени у нас много. Посмотрите на этих молодых мужчин. Вот они не отходят друг от друга. Ташкин. Вера, привет, Вера. Надо Вере привет. Да, Вера. Верочка, привет. Да, Верунчик, всего тебе самого хорошего. Жаль, что ты не с нами. Так хорошо, посмотрите, мы сидим на набережной. Слышим, вы слышите тоже шум моря? А вы, видишь, поставили лежаки. Лежаки поставили, Светлана не ходит сюда. Я вот сюда хожу на море. Вот выхожу по этому быстро. Раз, все, это мой пляж. Это мой любимый пляж, да. Сейчас даже не жарко, да, такая классная погода. Сейчас будем семечки луцкать. Сидеть. Да, сегодня вообще сладенькая такая. Самая утра такая нормальная погода, не жаркая. Ой, боже мой, такое наслаждение вообще. Иногда, когда сидишь дома, думаешь, почему мы не выходим вечером? Вот все некогда. Такая какая-то уставшая, свои дела в Ютубе, видео загружаем. Мы не до гулянки. Вот благодаря Елене и Али вышли мы погулять. Да, вот ресторанчики там, такая вся набережная, люди есть. Сусанагу тем более сейчас тоже, да, полно вечером людей. Ну, там вообще, да, там же сам. Лена, знаешь, что спрашивают женщины, за сколько вы купили квартиру, будешь продавать ты ее? В нашем доме продается такая же квартира над нами. Кто желает, могу узнать. Ага. Такая же тоже, да, сверху, только получается над нами. Могу узнать. Ну, узнай тогда, потом я расскажем им или я отвечу. Хотя это самое, квартиры продается очень много. Получается, смотря какое желание, на какие деньги купить. Угу. Такая есть возможность. Ашкем, чекердек, да, алабелир мусы. Этот вот Танюк, вот я тоже сегодня проезжала, ничего. Ну, хотя Танюк не очень, да, это бюджет уже там. Танюк тоже не понравился. Ты знаешь, ну, как бы Танюк, это там эти здания, типа, ну, как бы, ну, не знаю, там, как-то так.
такие большие такие дома, как колонны такие, как стена такая стоит, получается. Угу. То же самое в Тельже, как бы, например, выбирать. Угу. Да, получается, да, вот, ну, мне кажется, как бы, вот, того, что я посмотрела сегодня, мне кажется, все-таки там лучше всего. Угу. Пляж замечательный, мне очень пляж понравился. Такой, как бы так вот, и, когда вот и это, как бы так полукругом получается, набережная как бы идет, да? Очень как бы, получается, да, вот, вот, море там бесподобное, там, значит, многие даже... А, мне спросили, сколько стоит дом там. Газ есть там, газ? Нет, газа. Газа нету, друзья мои, спросили меня. Ну, тут получается это самое, вот, зимой, зимой дом даже мало когда не включала, включала тот самый, этот вот кондиционер. Тепло было так, понимаешь. Ну, может, самое большое вечером зимой, прохладно. Получается, ну, может, какой месяц-полтора поработал кондиционер. Ну, да. Ну, то есть вечером у получается. У нас то же самое было. Вечераком включали. Ну, это самое. Мы привыкшие к таким температурам, более прохладно, нам вообще будет это тепло, получается. Они как бы тут люди южные, как бы так они наоборот чувствуют холод. А мы все-таки привыкли к более суровым зимам и как бы к температурам, поэтому для нас это не настолько напряжно. Это как бы такое вот наоборот приятно, комфортно и получается. Ходишь в туфликах ходить, получается. Да. Mm. Ну что, пошли мы еще полоскаем семечки и продолжим наше общение. Идем по набережной. Знаете, что что-то тихо, музыки вообще нету. А вот эти кафе, два таких кафе популярных, где год назад музыка гремела, закрыты. Даже вот все закрытое, друзья мои. Маймун, три маймуна закрыто. Это что такое творится? В этом кафе мы столько времени провели, сейчас закрыто все. Люди боятся заходить в такие помещения, вы видите? Боятся люди зайти, только вот в открытых помещениях сидят, пьют кофе. Угу. Да. Вот что делает коронавирус, да, становило столько людей, столько обанкротилось людей, пострадало. Бизнес на земле уже сейчас не... нереальный. Нереальный. Нужно зарабатывать в интернете, как и мы. Жарко, жарко. Семечек наелись. Вера, привет! Привет, Верхова. Верхова, Верочка, Вера. Тебе понравился Мизидли район? Да, прекрасный район, очень красивый. Ага. Елена даже хочет у нас купить квартиру в будущем. Да. В нашем районе. Да. Вместе будем выходить вот так всем. Видите, как они как подружились. Впереди два пацана. Да. И на море будем с тобой вот здесь ходить. Да, классно. Будем развлекаться, деньги зарабатывать и время проводить. Да. Вообще, вот так вот. У нас такие планы хорошие. Вы присоединяйтесь к нам. Да. Своих гостей буду угощать вот таким вот фруктовой тарелкой, 12 часов ночи, с мороженым. Доброе утро, Леночка! Как вы выспались? Насылую дунус дюром. Уюмадын хич? А-а-а, на новом месте, поэтому трудно. Вся хорошо дома лучше, хорошо и навсякну. Да, жарко. Чок сидя колдуола били. Надо было дверь вам открыть, зачем вы открываете? Я там открыла. Ага. Вот мы такой завтрак кушаем, хачапури я сделала еще. А, ляфетулсун. Ага, ну вот Лена очень рано встала, бежит домой спать.
В гостях не смогла заснуть. Приятного аппетита. На этом будем заканчивать это видео. Спасибо вам за знакомство. Приятно было очень познакомиться, как будто родная сестра приехала. Али русча да бельор. Аллерсон бен. Бендиорум чок мутлуюм сизинтаныш тыгыныза. Чунку наса кардеш гиби. Абла гиби душу нее румелены. Абла это старшая сестра. Ну все, приятного аппетита. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.